Хорошо. Мы же хотели как практиковаться на старте. Так вот смотришь ты какой-нибудь гран-при, там тебе такие говорят: ой, извините, сейчас пилоты потренируются маленечко стартовать, они забыли какую кнопку жать, просто ничего страшного. Многопользовательская игра. Ну, зови. Там, может, я вижу. Я хер его знаю. Так, а, в смысле, я ничего не нажимал, алло. Квалификация без квалификации, просто и все. Протяженность гонки минимум кругов. Ну, слева, где картинка трассы. Ты не видишь, что ли? Ты, наверное, готовность нажал? Нет, не нажал. Вот я вижу это почему-то. Вот слева, как в прошлый раз, ты... Наша гонка запустится. Хе-хе. Ох, черт. Ладно, раз мы квалификацию пройдем, да и все. Там просто на картинке, где картинка трассы самой? Слева. Картинка трассы. На картинке трассы эти опции находятся. Как в прошлый раз, помнишь, что настроил? Ну там все вроде разовая квалификация, ничего страшного. Заодно разомнемся, правильно? Правильно ведь? Ну и все. Там, видимо, несколько кругов. Так, что ты от меня хочешь, Зуршин?
Ну и что ты хочешь от меня? А. Алло. Ого! Да, вот именно, у меня такая же была реакция. Нихера! А это что за болит? Это Феррари, но какого года Феррари? Мне определенно нравится ее звук. Звук движка. Офигенный звук движка, слушай. Мне очень нравится. Ой, бля. Я сейчас чуть не улетел. Я явно не шумаки. Ну и прекрасно. Ну мы же просто разминаемся и... Да капец носит ее! Шумакер, ты как-то не ездил вообще? Ну я сломал подери. А я на ней ездил. Да. Это несмотря на то, что меня с трассы выносило несколько раз. Ну немножко. Но звук у нее просто офигенный. Надо было вообще. А хер он знает. Не больше твоего знаю, поверь. Шук его знает. Так, настройки болида. Недоступно. Ой. Уже поздно. Так, как? Какое сцепление выжимать? А. Здесь нет сцепления. Нет, есть. 5? Нет такой кнопки. Окей, black flag, we're out of the race. Ты лучше меня стартал. Блин, капец, это мне нужно практиковаться. Тут можно заново начать? Управление сессией. Пробуй, можно ли заново начать? Может, можно? Нет такой кнопки. Это сцепление у тебя, что ли, на кнопке 5? А, так это у тебя, наверное, L1? Ты же настраивал на L1 сцепление, правильно? R2, наверное. R1, то есть, тьфу.
Ой, какой офигенный звук. А, какой звук, просто музыка для ушей, а. Эх. Игры не найдены. Так. Параметры поста, наверное. Ну. Установки гонки. Добавить, убрать компьютерных пилотов, ограничения помощи. Ну да. Так, российский. Ну вот, видишь, параметры и сессии, установки гонки. Здесь все настраивается. Вот, вот он, оказывается, где настраивается. Да сейчас я тебя найду, да и все, что ты мне помешаешься. Пу! Не могу найти. Кстати, у меня компьютер самая съехала. Эти рейки. Ладно, важно. Там надо на один просто нажимать, вроде бы. У меня на один, у тебя вроде бы другая, не знаю. Окей. Классика — это классические болиды. Смешанные — это и классические, и современные болиды. Да. Правильно.
Я не выбрал. Я контору-то не выбрал, кажется. О, ну, в общем, у меня Феррари, но. Ой. Какого года, даже не знаю. Можно только загрузить настройку, больно. А, загрузить, не-не, вот, можно настроить, все, я наркоман просто. Все. Эх, сейчас от новеньких покатаю, а ты на чем думаешь, я посмотрю на чем ты. Слушай, у тебя вроде нормально. Опа, чё? Чем дело? Нет. Надо начинать сначала. Наверное. Ну ты же хост, я не знаю. Но ты, слушай, выбирай покинуть сессию. Чтобы не создавать заново. Так, покинуть сессию. Вот, мы типа убываем из гонки, все дела. Тыры-пыры, в жопе дыры. Ну, сейчас нас выкинет в окно в это. Всё, я здесь. А ты где? Ой, директор гонки, господи. Да какой директор гонки? Вот, теперь настройки по те же застали, да? Те же. Уровень капитан. Чего? У меня просто я нажимаю тройку, и потом, когда надо стартовать, просто отжимаю ее и все. И газ прижму. У меня две кнопки газ и тройка, и все. Готов. Меня на R2. На, у меня сцепление на тройку. На три. На один. Тебе надо настройки по умолчанию поставить, не париться. Очень странно.
Ой. Эй, ты что меня обгоняешь? А. Андрей на автопилоте меня вогнал, ну это позорище вообще. Еще лучший круг сделал, автопилот. Хорэ! А кстати, сложность ботов здесь между это без шуток средняя стоит. Скорее всего, это просто средней сложности бот. На твоей машине. Так что мне трудно будет его погнать. Просто поставь управление такое, как у меня. Херово. Так, на L1 у меня... Опа-на. Чего? У меня выскочило справа меню, которое можно менять. А, стандартный гоночный... Некий. Стандартный гоночный. Вот, там, короче говоря, лучший круг, время последнего круга, положение в чемпионате, инженер говорит и прочее. И на Б можно менять, вернуться в бокс после обновления, полное обновление гонки. Пилот впереди, пилот сзади. А ну-ка, пилот впереди. Дисквалифицирован на сессии, остановка в опасном месте. Я встал и проверял, что у меня на L1. Там, короче, меню какое-то такое, информационное, чисто. Окей. Фу, блин. Так, помощь, так, нет, не помощь. Так. Газ у меня на right trigger. Тормоз за... Да, R2. То, у тебя написано R2, что ли?
А, ну я буду говорить тогда. Газ, короче, на R2 у меня, тормоз, задний ход на L2. Поворот руля на левый, ой. Да. Пауза, да, повышение передачи, понижение передачи, на сцепление на 3. И надо, наверное, эмулятор скачать, и через него все... Эмулятор все сделает за тебя. Не париться. Да. Следующая камера, это типа вид R1. Так. Повтор флэр. Ахерозная, не знаю, что это за пункт. Это, по-моему, селект. Да. Нет, подожди, это не селект. Я не знаю, это... Флэр и селект, да. Так, включение, отключение ДРС на один у меня. Ограничитель питлейна у меня тоже на 1, а значит не должен работать. МФД мне надо на двойке. Так, МФД у тебя, МФД много, у меня Б, ой, два, да, тоже два. У меня на этот, правый этот стикер, вот, нажать. Управление в меню. Не... Да, у меня тоже. Зато отмена 2. Дополнительное действие 4. Дополнительное действие 2 это 1. Не знаю, о чем ты вообще говоришь. L1, что ли? Слушай, я не знаю, я просто нажал L1, в F14 у меня там ничего не было, а здесь просто вылезла менюшка справа, где типа информация всякая. Можно вернуться в бокс там. Ну, у меня просто обозначается иконка и все, я ничего не... Ну, старт и старт, господи. Какая разница, либо на селект, либо на старт делаю. Тут всего две кнопки. Левый триггер, правый триггер. Левый бампер. Бамперы это L1, R, R1. Ух ты, можно даже мертвую зону руля делать. А, руля точно. Точно. Мертвая зона. О, интересно. Ага, у меня оказывается педаль газа. Если я чуть-чуть не нажимаю, то у меня газ не до конца выжимается. Интересно.
Ну что, все? Так, еще какая-то схема 2 есть. Ну ладно, это не важно. Это не важно. Ой, как неудобно постоянно Shift-Tab нажимать. Голосовать следующую трассу. Я за шапку голосовал. Это Техас, да? Ну, а 14-й Техас? Ай, Техас! Хорошо гонщикам по миру ездить. Бесплатно. Ну таким же оплачивают их эти компании. Они что-то бесплатно вообще живут даже, не то что ездят, летают. Это такие, это пилоты Формулы 1, это такие пушечки рябы. Эти компании, бренды. Они просто приносят им золотые яйца. В виде призовых мест. И те их всю жизнь оплачивают. А ты впереди меня, да? А почему ты впереди меня? Все, старт гонки. What? Воу-воу, это управляемость. Серьезно? У нас. И чё, и какая-то дальнейшая судьба? Подожди, мне некуда пока. Выйду на траву, я снижу скорость. Вот здесь можно. Хуякс! Выдержи! Там разгонюсь. Да нас хватит скорость снижать, блин. Раз, два, три. Хуяц! Да что ж такое? Ну хоть и антикрыло отлетело. Как, где ты умудрился вообще колесо-то сломать? Хуяц! Как ты это замутил? У меня уже, по идее, этих-то нету. Антикрыльев, да? Нету антикрыльев. Надо разогнаться, смотри, говорю. Давай! Mm.
Да, за эти крылья я сильно надеюсь. Да, блин, тормоз, автоматическое торможение. Во. Кимцессия. Прикольно. Так. Не, из этого хватает. О, а что у тебя, подожди, а что у тебя, почему тебя слышно? Разрушить все. Да, нормально. Ай, да. Может, Хеймельдена вообще исключить, да и все из луки. Бахрейн. Интересно, сколько стоит уход за трассой такой? Хорошо. Track is quiet right now. Let's get out on track while it's clear. Right, I'll get these changes made. Engine fired, we're set. Бред какой-то. Не должно это работать. Ты на поворотах же газ нажимаешь, один хер. Накатом это когда ты напрямую едешь.
Когда ты разогнался просто, и ты, тебя инерция несет туда, ты экономишь топливо. Но он... Но не на поворотах же. Да, достаточно просто газ убрать. Поверь мне. Достаточно просто убрать газ. Ты тем, что выжмешь сцепление, ничего не добьешься. Где это вообще услышал ты? Серьезно? Хватит там бортоваться, алло. Вот ведь бода, а. Трассу не вылетаем, все спокойно, все нормально. Какой-то вандорн какой-то. Надо его перевандорить. Как тебе такая идея? Мне так это нравится. Ой, бля! Мне нравится смотреть на температуру. Следить за температурой шины. Ну-ка, чё по износу? Нормально все на самом деле. На какой? Подожди. Я заеду, я и проверю. Так, у меня есть квалификация. Информация есть. Очень странно. Ну сейчас в бокс заеду и посмотрю. У меня и логин. Нет, LED button называется. Да где, господи, этот топ уже? Дайте мне пит-стоп. Стопай его пит-стоп. Голос
А, голосовое управление. Один. На L1 у меня. Да, я нажимаю эту кнопку, и у меня выскакивает меню там с информацией разной, там с Nintendo Pinball, с прочее. Ну да, ну, да, нет, я могу выбирать этими стрелочками, могу выбирать, как это делать. Может быть. Не проверял, не знаю. Так, не только пока мой рекорд не побил. Это тут 35. Так, трансляция в прямом эфире. Давай! Давай! И побил. Трасса занята. Ну да, вообще. Ну-ка, на кого, какой лучший, у меня первый лучший сектор. А... Сейчас. Да, я ж карту не вижу, я по карте всегда ориентируюсь. Ну да. Ой, не-не-не, давай назад, 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 назад. Естественно. Только я не пользуюсь этим. Когда я играю на результат, вот, я с тобой всегда на результат играю. Я не боюсь лазить в эти настройки. Я могу хуже результат показать. Или лучше, представляешь? Плохо же. Слушай, а что означает вот это вот на руле управления, на руле на самом? FW 4 out. Our best lap so far is a 1:37.9. Нет, просто кнопок стоп, потому что функций в игре намного меньше, чем тут кнопок. Типа... Понятно. Так, где ты? А. Я на трассу выйду. Проверю в это меню. Ну да, да. Так, стопы, охолонись чуть-чуток. Мне нужно кое-что проверить. Так. Пилот сзади, пилот спереди. Вот пилот спереди, я, допустим, даже... Блять, не успел.
Пилот спереди, нажимаю кнопку вправо. И чего? И ничего. Мне показывают галочку, типа, все нормально. Пилот сзади. Типа тоже, опять, все нормально. Месцы. Типа, ничего, погода. Ну, короче, да, и она. Это меню какое-то не информативное. Самый. Вот смотри, сам. Блять! Лучше. Да, все правильно. Ты был прав. Понятно. Но это без языка это не играбельно. Да почему меня на этом повороте так выносит постоянно с трассы? Да правая пипка просто вниз потяни ее, да и все. Ты чё? Правым пальцем, у тебя правый палец большой, правой руки. А ты вообще никак не задействован. Ты просто чуть-чуть тянешь пипку назад, вниз, и все. Это же гораздо удобнее, чем кнопку жать. Разве нет? Но оно, видимо, для какого-нибудь режима наблюдателя, не знаю я. Нет. Температура-то падает. Через 30 минут будет падать температура. До 27. Кто знает, до 26 даже. А, подожди, ну да. Это температура... Это температура трассы, ни хрена себе. И их трасса.
ебенях. Это точно. Лучше, ну так. Чё, болиды используют 1.6 движок? Серьезно? Что-то как-то не густо. Сделали бы мы тупо прямую трассу, и пускай бы они хотели бы ехали. Там, наверное, антикрыли бы, оторвались бы нахер. Просто... Машина бы взлетела. All clear the garage, please. Car ready to leave. Как же побить свой собственный результат? Нет, я имею в виду побить свой собственный результат, который ты сейчас сделаешь. Не хочешь? Вот давай не надо вылетать. Господи, почему ты всегда в этом месте вылетаешь с трассы? Ладно, буду знать. Буду сам оттормаживаться. Я уж понял уже. Мама. Да, блядь, не надо меня заносить. Ну что это такое? Ну... Чуть-чуть соприкоснулся спереди идущим болидом, и меня занесло. Вон дофон, давай. До свидания. Да. Какие имена, что ли? Только на слухи воспринимаются. Да, здесь я первым точно не буду. Хотя, кто знает. Трасса одна и те же, и даже правильно, просто я изначально дал очень херовый, блять, старт. Ну что ж ты не тормозишь-то? Знаю, знаю. А вот и Алонсо. Так, давай не надо меня заносить только, пожалуйста. Я знаю вас. Что такое?
А как это вышло? Я же один раз на повороте помсал резко. Даже на гравий вылетел на этот. Нет! В том-то и дело. Я был уверен, что этот круг у меня запорот. Я не знаю, как это получилось. Вот это, блин, поворот, чертов, не надо мне вырубать колеса. Да это ты просто лучшего круга не показал, да и все. Я тебе говорю, я ехал так, что думал, что запорол круг. Ты ДРС-то не забываешь включать? Бля, у меня топливо кончилось. Что такое? В смысле, как это? Ее починить можно? Какая разница, они там эти китайские, они везде продаются. Хотя у меня тоже китайский. Покупаю у нас, я вот купил у нас в точке доступа геймпад за 1000 рублей свой Red Dragon. Вообще отличный, по ощущению очень качественный. Вообще нет. Ну чисто механически, наверное, смогу починить. Я на старом геймпаде разбирал этот механизм этого джойстика сам. Как-то так, ты что, тянул за нее, что ли? Типа, да, собака, поворачивай, да? Да? Понятно. Меня Dark Souls и Нио научили, что сильно жать на геймпад не стоит, потому что нужна мобильность. Быстро-быстро-быстро лево-право нажимать, успевать. А не сильно жать.
И главное, сцепление найди. Ну, а наоборот, пробел вообще кайф. Там... Как я? Да, это неудобно. Так переназначь, перекинь быстренько управление. Так, настройка управления. Тема управления. Все туда. Редактировать. Да. Нифига неудобно. Переназначь как по-людски. Где это? Где износ, температуру, что ли? Пока сама у тебя будет ускакивать, если надо. Чтобы ты во время гонки этим самым занимался, да? Нахер не надо. Да на какую-нибудь вон эту L или K. Она же тебе не пригодится. Ой, сейчас я чайку плесну.
Настроил? Наверное. Ну, сейчас настраивай, я на трассу не нажимаю. Слушай, я не понимаю, у тебя есть, деньги есть? Почему не купить Xbox-овский геймпад? Он самый надежный. Так он надежный, это же брендовая вещь. Если он настоящий, не подделка, он у тебя хрен когда сломается, блин. Да иди отсюда, господи, гросс джин, блин. Да. Грузин. Да! Вот сволочь, он меня бортанул еще. Заднее колесо. Как? Настрой как нормальный гонка, да и все. Тут не так уж и много бля, опять я у меня... Понятное дело. Пипец меня выкидывает просто с трассы.
3 минуты. А для чего я вышел справа, что ли? Ну... Почему? Почему у меня таблица результатов уже? А ты что, не проехал, что ли? А, тебя дисквалифицировали вообще.
Че, заново начинает. Наша песня хороша начинает сначала, да? Так, стратегия на гонку. Так. Высокий контроль резины. Просто там в чутику на первом же круге заезжать. Ну, в смысле. По первому требованию. А что у меня с настройками звука? Почему я не слышу своего вот этого вот? Очень странно. В смысле, я готов? Все, готов. Что? В чем дело? Чуть-чуть, ты какое место? Погоняй. Ну понятно, дело хорошим ты угаешь. Да, я тебе там, конечно, не завидую. С этими отморозками ездить. Они ни себе, ни людям, блин, не дадут. Езды. Молодец. А че это самое лучшее будет? Правильно, Ленин. О, я тебе там не завидую, серьезно. Как ты с этими отморозками играешь? Ты уже третий, охренеть. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
Не ошибайся. Да-да-да, меня постоянно там вывозят. Ты уже второй? Ты мне уже на пятки наступаешь? Я вообще не слышу своего этого оператора. Оттормаживайся, Андрей. Опасный поворот. Ну и ничего, я вот, когда лучшую игру сделал тут, я вообще там до самой этой, до стенки вылетал с трассы. Я ни хрена на ней лучше купил, не знаю почему. Когда ты один оторвался там? Андрей, опасный поворот. Я тебе для этого и говорю, что ты нормально проезжал. Сейчас я, да, сейчас я жесткие шумы поставил, то меня на грани стирали уже, мягкие были. Я уже третий, алло. Так, вот эти мне сейчас дебилы будут мешать, очень сильно будут мешать.
Ну ты же играл на ней раньше. Столкновение с пилотом по вашей вине. Начинается. На этот раз Сайенс. Да. Don't forget, pit in this lap. А сейчас Алонсо будет. Понял. А он на пит-стоп уехал. So the gap to our teammate is 10.0 seconds. Молодец. А мне вот не дается его нормально поезжать. Не, ну это как-то... Это же ведет к снижению скорости на повороте в целом. Лучше уж в борт вписаться тогда. Три гонца. Ну-ка. Ну правильно. Но это эффективнее просто. The car behind's tires are in much better condition than yours. Keep an eye on the times. Не, ну я так, конечно, не делаю, потому что я могу чем-то повредить же. Я стараюсь оттормаживаться все-таки. А, отключены, да? А я тут думаю, что я в борт врезаюсь, мне ничего. А почему? Кто отключил? Ты что ли? Так же неинтересно. Поворот, чертов. Не, ну это уже, ну... Уже потренировали же. Напарник на 500. Релиз. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Естественно, будут. Мы очень хорошо проехали.
чертов поворот. Еще и с этими неадекватами. Это да. Спасибо тебе большое, что отключил. Это ни хрена себе. Ты хорошо тебя. Ну не надо вылетать типа с трассы. Это ты так что ли едешь за мной? А сколько у тебя пит-стоп занял? Блин, у меня ухудшение показателей. А хочешь, я тебе чисто подружу? Чисто по-дружески скажу, в чем секрет моего времени. Нет. Эту игру так просто не проведешь. Не в этом секрет. Нет. Секрет в том, что у меня преимущество. У тебя в настройках помощи в управлении стоит торможение среднее. Или высокая. Скорее всего, средняя. А у меня максимальная поставила. То есть машина на повороте полностью выполняет функцию торможения всей. Мне, кроме того злосчастного поворота, не надо даже заморачиваться с тормозами. И у меня идеально выверенная скорость на повороте. Знаешь? По стандарту у нас средняя вроде стоит. А не хрена богачонку-то включать. Да опять я вылетел на этом угле.
Так, не пугай меня, я обогащенная не включал ни разу. Нет. Так. У меня топливо не горит, так что все нормально. Так, два круга осталось. Нет, я уверен, что мне хватит топлива. Ой, это вот этот поворот. Да ну ладно. О-о-о. Автоматический. А зачем? Сейчас давно везде автомат. Чему это? Опять этот поворот чертов! Я забыл про него. О, нормально. Поэтому я не люблю в таких играх карьеры. Из-за задротства и подобного. Да, он кулаком это самое показывает, мы победили. Да, других не было. Вот, Андрей. Да уж. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. Hey. It's Ferrari on the top step once more. Да ну-ка ударь кубком этим адреатом. Ну по спине-то хлопни. Облей, облей его, облей. А давай, давай, обливай. Да не того обливаешь ты.
понятно дело. Правильно. Так. Не, не будет. Там. В смысле, где? Когда? А, вот аварии. Да не. У тебя 3 аж целых аварий. Че? Внимание. Трап. Да. А сколько ты проехал? Я просто уже вышел с таблицы. За сколько ты проехал? Лучший круг у тебя какой там был? А у меня... Но это квалификация, а в гонке... Понятное дело, просто мне интересно, на сколько секунд я тебе... Миллисекунд. Минут 34 я не знаю, как я сделал. Так. Stuff.